Газотранспортная система вокруг Самары, Тольятти и Чапаевска в ближайшее время будет существенно расширена. Это связано с приходом в регион новых инвесторов и строительством крупных объектов, которые в перспективе нужно будет подключать к голубому топливу. Об этом шла речь на встрече губернатора с руководителями дочерних компаний «Газпрома». Сейчас уровень газификации региона 95%. Но с учетом глобальных планов работать здесь нужно на перспективу. Это такие объекты, как строительство новых 3 ГРС и газопроводов от этих ГРС к таким потребителям, как технопарк Преображенка и 18 ГРС новая. Это такие объекты, как ТЭЦ-ВАЗа Тольятти. Это объекты Сергиевск, который будет газифицировать Сергиевскую птицефабрику. А еще новый жилой микрорайон на юге Самары. Строительство 3 станций – это часть программы компании по газификации регионов России. Также на совещании затронули тему встречи руководства «Газпрома» с представителями ОАО «Кузнецов». Ожидается, что на ней обсудят строительство новых двигателей для газопровода «Северный поток-2», а также ремонт самарским предприятиям тех, которые компания использует сейчас. В конце ноября будет делегация с «Газпрома» на Кузнецов, как раз будет говориться о двигателях. И что касается встречи с Алексеем Борисовичем Вильям, предварительно будет начало декабря. Перспектива какая? То есть будет расширена система газоснабжения и возможность привлечения больше инвесторов, что касается газификации. Что касается Кузнецова, если будут выполнены все пункты предварительного соглашения, то изготовление новых двигателей, которые пойдут на «Северный поток», это дополнительные рабочие места и расширение производства. Губернатор в завершении встречи подчеркнул, что правительство области окажет поддержку в реализации проектов компании.